Есть станция, а чё до сих пор не подписаны на канал, а? Подписка, там можно нажать на кнопочку и подписаться на канал. Я слежу за вами, подписывайтесь быстро. Здравствуйте. Станция. Вы смотрите, сегодня такой необычный выездной контент. Хватит можно, сколько можно сидеть в этих квартирах своих, в этих студиях и всем остальном. Мы сегодня на природе. Пожалуйста, сеньорита Алина, вы ее, наверное, уже видели. Кто реакцию на Бадомен смотрел, она ВКонтакте лежит у нас в паблике. Сходите, посмотрите, если не смотрели, потому что там... Потому что там моя сестер. Там мы и Маля. Вот, там Маля, сестер, классно. Вот, проводят время. Сходите, посмотрите. Станция Краснодар. 21 число. У нас проходил этот мероприятие наше. Station Party. Было классно очень. Вот. И там выступали ребятушки. Краснодарские две группы. Вот. И мы сегодня будем смотреть, что они делают. Слушать их музыку. Вот. И посмотрим. Ты слушала Yamaji Faiji? Нет. Нет? Это кыргызы, короче, одни грамотные, короче, пацаны. Вот, мы их тоже сегодня будем слушать. Вот, короче, лайтовенько проводим классное время. Станция на детской площадке, пожалуйста. У нас тут лес есть, вот, красиво. Гляньте, сколько зеленых ушлепков просто вокруг. Это ж просто одуреть можно. Я их всех побить не успею, да и нельзя, они живые, блин. Не достанешь до них. Да и жалко. Станция. Короче, да, точно. Пожалуйста, сестра здесь, шляпа, микрофон, металкор станция, зеленых ушлепков много, бей по столу. Станция, смотрите, что хотел в самом начале сказать. Вот эти ребята из Краснодара, ты как обычно думаешь, типа такой, ну, какие-то там ребята что-то там играют, вот, и непонятно что. Но суть-то в чем, когда попадаешь на концерт группы, именно на живой, в смысле, там все вообще переворачивается. Я был первый раз на всей этой движухе, вот, чтобы вы понимали, вот это то, что мы 21 числа в Краснодаре тусовались, я первый раз на такой движухе был, то есть я до этого на концертах никогда не бывал, я когда побывал в живое выступление, это охренеть, как оказывается, круто. Да, круто слушать в наушниках, там, туда-сюда, но, оказывается, на живых концертах бывать, ну, куда круче. Поэтому вы смотрите, если у вас есть локальные ваши группы в вашем городе, хоть и небольшом, и они что-то играют, блин, собирайтесь, и пускай они вам просто играют. В смысле, это, оказывается, энергетика такая бешеная у всего этого. И там, я не знаю, у группы может быть всего ничего, там 500 человек подписчиков, но это не важно, потому что, короче, типа комьюнити небольшое, и чувствуешь вот так вот. Да, комьюнити небольшое, но я что хочу сказать, что типа не важно, сколько подписчиков у группы, и не важно, сколько она там просмотров на ютубе и сколько прослушиваний занимает. Ребята могут, вот, например, как из Краснодара ребята, у них небольшие просмотры и прослушивания, но при этом они охренеть какое музло качественное и классное играют, да. Особенно когда вживую, это вообще просто, может, они творческие, но они пока себя не умеют хорошо продвигать. А может быть, еще время не пришло. Ну, типа, ходите на местные группы и просто слушайте, что они играют, потому что, оказывается, вот, очень сильно классно получается. У меня, ну, такое предвзятое было отношение к тем, кто играет у нас, особенно в регионе, вот, но, оказывается, я пошел, и все полностью перевернулось. Охренеть, это как круто, оказывается. Поэтому ходите на локальные концерты в своем городе с кайфом, поддерживайте свои группы, которые играют в вашем городе. Да. Все правильно, понятно, да? Вот, ну и короче, а начнем мы сегодня с Jump Day. Первые ребята, которые открывали у нас движуху в Краснодаре, первыми сыграли. Вот, мы сейчас послушаем, что Jump Day делают. У них есть релиз, называется «Лучше твоего», и мы его сейчас с кайфом, получается, заценим. Рак. Ясно, ну, по-твоему, такие, да? Ясно. Нет, это была шутка. Короче. У нас сейчас, если что, Wi-Fi прервался, поэтому мы еще раз слушаем с кайфом. Это с кайфом. Все в порядке, чувствую себя отлично. Все в порядке, нет, я не токсичный. Все в порядке, нет, не хотел обидеть. Все в порядке, да, извините. Нет, конечно, мы здесь не враги.
Нет, конечно, я встал с той ноги. Я еще прикалываюсь его хрипоты в голосе. Просто отъебитесь от меня. В любое время и на серьезных щах вы говорите о совсем неинтересных вещах. Мне говорят, надо жить, мол, проще, но с вами не хочу иметь ничего общего. В любое время и на серьезных щах вы говорите о совсем неинтересных вещах. Мне говорят, надо жить, мол, проще, но с вами ваши глаза пуста без сна. Я не боюсь остаться без вас. Это война, в которой бьется сердце против вашей серости. Глаза пуста без сна. Я не боюсь остаться без вас. Это война, в которой мы вас никогда не победим. Кошка понимает, что музыка хорошая. Сейчас ты станешь частью металкора, кот. Сейчас родит. В этом мире невозможно быть просто человеком. Ты будешь с детства жить под каким-нибудь тегом. Разрез глаз, рост, пол, цвет кожи. Ты ненавидим и ненавидишь непохожих. Дрыщ, а ты чё забыл на нашем районе? Это ты к нашим тёлкам сюда гоняешь, чё ли? Ты чё здесь самый умный? Тебе череп не жмёт? Иди сюда, сука, поясни за шмот. Мой двор лучше твоего, лучше твоего. Мой друг лучше твоего, лучше твоего. Мой батя трахал твою мамку. Возможно, что ты и следствие залёта по неосторожности. Мой бог лучше твоего, лучше. Я такого не помню, но ну ладно. Лучше твоего. Ты либо Д'Артаньян, либо пидорас. Кто не с нами, тот против нас. Ваши глаза пусты без сна. Я не боюсь остаться без вас. Это война, в которой бьется сердце против вашей серости. Глаза пусты без сна. Я не боюсь остаться без вас. Хорош. Так плавно делать. Мой бог лучше твоего. Мой царь лучше твоего. Мой бог лучше твоего. Лучше твоего. Мой бог лучше твоего. Мой царь 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 лучше твоего. И мне что, знаешь, что прикалывает, что вот они сами по себе еще такие ребята. Типа, я там записывал уже эти все, как они играли, короче. И они сами вот эту энергетику отдают. И что самое главное, вот этот припев, который в башку въедается. В ваши глаза пустая бездна. Вот он, мы в смысле, я его когда еще услышал первый раз, когда они только скинули, я послушал. Думаю, ни хрена, какие классные ребята. Потом еще раз, что-то где-то Виталя тоже в паблике вставлял. Короче, везде послушал. И на концерте я уже припев знал, в ваших глазах пустая бездна, я не боюсь остаться без вас. И ты такой, первый раз на выступлении группы, и ты такой, в ваши глаза. То есть припев очень простой и понятный. В смысле, он такой, типа, вот я припев, вот я классный, и вот во мне простые слова, которые легко запомнить. И ты там буквально два раза слушаешь песню, потом бах, ее на лайве, короче, офигеть. Ну и вот, пожалуйста, станция. Это вам на оценочку, пожалуйста. Если что, все ссылки будут в описании на ребят. Вот. Пойдите послушайте с кайфом, поддержите ребят. Они стараются, делают музыку в Краснодаре с кайфом. Вот. Так что слушайте, наслаждайтесь. Ты что думаешь? Честное мнение. Ты у нас, понятно, что немного чего послушала, но вот, вот, например, я тебе включаю и говорю, это краснодарские пацаны. Ну, мне очень прям, меня зацепило, мне понравилось. Ну, и были, конечно, моменты с этими матами. Маты не очень приятные. Но все равно залетело нормально. Ага. Если ставить по уровню знаний, это нечестно.
я знаю, но если по уровню твоих знаний в металкоре, это насколько? Ну, честно. Не бойся никого обидеть. По вкусу, вот как тебе? Ну, честно, девяточка, мне понравилось, я бы даже добавила. Да? Если бы там не было матов. Голос хороший, я люблю вот. Голос, да, вот он у него с хрипотцой такой, и он на концерте, он у него такой же, как в записи, вот в чем суть. Да. Валя, кстати, если смотришь, привет, бро, надеюсь, у тебя все классно. Вот, дочке, жене привет. Это самое. Ну, то есть, я что самое главное, я чему удивился, это то, что я сейчас станция, если что, кому покажется, что я тут нахваливаю, я рассказываю свои ощущения личные. Я просто вот слышал этот трек, послушал один раз и бегло еще пару раз в паблике у нас. Вот, и потом на лайве. Он одинаково звучит. Мне понравилась энергетика, как я говорила при первой записи. Там хочется там присутствовать, попрыгать. Да, 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 да. А ты не представляешь, что там было. Я вот эту именно песню, mm-hmm. Я ее, короче, на видео не снимал. Я вот так в толпе. В ваших глазах! И врывается. Еще под этот брейк, он же такой тоже простой и кочевый. Ты просто по него с кайфом размазываешься. Я из-за него теперь во всех треках жду брейки. Мне вот это нужно. Я такая, так, а брейк будет сейчас, надо. Чтобы качало. Да. Да, вот так эта музычка работает. Так что станция, если вам такая вещь залетает, пожалуйста, я же говорю, ссылки в описании, слушайте. А мы топаем дальше. И вторые ребятки у нас Creators. Тоже краснодарские металкорщики. Я вообще с них охренел. Вот и клип у них, кстати, они есть станция. Были. Да, это тоже ребята, которые вторые вот по очереди выступали. Я думаю, сегодня должно получиться то, что мы планировали. И вне зависимости от того, пришло ли этот много парень людей, тоже был, либо из тусовки. Если оно получится, значит, Ким прошел на славу. Да. Если нет, ну, мы постарались, по крайней мере. Мне что нравится, что с клипом заморочено. Ну, типа, у него такой вот, типа, как концертный лайвовый, но ништяк. Это прикольно снято. Я вообще не знаю, как я здесь оказался, бля. Я его просто, бля, позвали попросить. Ну, это интересно смотреть, как остальные. Creators твоя группа? Что? Ты знаешь такую группу? Creators. Я вообще не знаю, что это такое. Короче, мы сегодня выступаем, будет жестко. Будет круто. Взрыв. Ну, мне кажется, первый был в этом году не очень. Посмотрим, что будет сегодня, но мне кажется, будет получше. Получше. Группа постарается. Расставляет огни, намекая на самый главный сон. Здесь мы уже не одни, разбавляя все крики в унисон. Мне не страшно. Надеюсь, не обосраться. Это у них раньше была ударница, короче. А, что думаешь вообще насчет потом публики? Что-то по своим делам пошла. Публика классная, сумасшедшая. Охуенные ребята. Сумасшедшие, просто чокнутые. Что скажешь насчет отсутствия Жоры? Отсутствие Жоры? Блять, ну, грустно, Жора, конечно, это вокалист, походу. Мне так спокойнее. Ага. Ведь то, к чему стремились. Я подаю дверь. Ты хорошая. Мы сегодня будем делать слэм. Что он там? Что Лёша там такого сказал? Вот она. Спасибо,
на сцене? Трахать. Кого? Всех. Супер. Замечательно. Группа Вушка. Супер. Вау, отлично. Да ты еще и спортсмен. Вот это бицуха. Красивый. Базару нет. Ставьте лайки, подписки. Я уже подписалась. Саня, классная бицуха. Группа Creators, заебись. Что за бас? Как это вживую звучало, это вообще охренеть. Ништяк, блин, пацаны. Ну, красиво, они прям, ребята. Они прям вот типа металкор такой, с, да. Прям современный, классный. Они для меня звучат как что-то какое-то западное. И, короче, ну я лично вот это услышал. Сейчас вот это вдумчиво слушаешь в наушниках. Mm-hmm. Для меня это сейчас звучит как типа Аматори, станция, вы знаете эту тему. Аматори с чем-то западным еще, короче, замешаны. Аматори, наверное, из-за того, что все-таки русский язык, вот. А все остальное, типа, это западное классное звучание. Типа, такая команда, блин, и из Краснодара так звучит. Mm-hmm. И охренеть. Мне нравится, как металкорщики отдаются, вот просто отдают себя толпе. Вот да, 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 да. Когда ты слушаешь попсу, такого нет, типа там ну просто так на лайте. Ну понятно, что если ты Меладзе слушаешь, и там женщины взрослые отдаются толпе. Отдаются и толпе, Меладзе всем вокруг. Да, тут тебе надо просто качать. Да, и энергетика бешеная вообще, особенно у них, они все потные. Ребята Creators тоже, ребятушки, привет вам большой, огромный. Вот, спасибо, что тусовались вместе с нами, это было классно. Вот, я прикалывался с того, что они все... Жора молодец, видишь, Жора вокалист, кстати, тоже привет. Ой, экстрим вокалист. Это плохое слово было, да. Он, в смысле, он раскрасился, накрасил себя черным, короче, черное, чем-то черным намазался, то есть уже образ, короче, у пацана, то есть не просто вышел, а в образе, и он весь вспотел, и вот он потный во всем этом, типа, и орет в толпу, охренеть, как это было классно. Это супер, станция, да, уж извините. Как вы молодцы, что вы отдаетесь, это так чувствуется, даже просто через даже клипы. Даже просто через клипы, да, прикинь, а какая там энергетика, да. Поэтому я и говорю, ходите на концерты своих местных команд, потому что это офигеть, что за бешеная энергетика. Вот, а что поставишь? Если ты Jump Day 9 поставила, а тут даже брейк был. Чтобы никто не обиделся. Ну вот это вот мне больше зашло, честно, да? Десятка. Да. Все, отлично. Станция. Ну, видишь, тут просто еще и стили ну, разные, получается. Да, тут да. Больше экстрима там вот этой всей. А у Вали, например, в треке это что смысл там вообще глубокий, mm-hmm. короче, и ты ярко вот этот вот припев... Ваших глазах. Короче, типа, еще и стили, жанры разные, вот. Но вот так вот, классно, ништяк. Я прикалываюсь, что ей вообще все это нравится, потому что, ну, сколько там, несколько лет назад, наверное, невозможно было бы подумать, что тебе что-то такое. Да, такая, мы с мамой просто проходили мимо Димины комнаты, такие, боже, уберите, отселите его от нас, пожалуйста. А тут мы сидим, блин, вместе это все слушаем. Станция, а вот так вот бывает, понимаете? Вот так вот. Перетянули на свою сторону. Перетянули сестру на сторону металкора. А я это пытался сделать еще когда, еще годы далекие назад, и у меня не получалось. Она, это что, выключи. Да, мне нравится, я вливаюсь. Адель, спасибо, что скидываешь мне треки. О, Адель, молодец. Меня просвещают. С кайфом. Вот. Короче, вот такие вот ребята у нас выступили.
Это же вообще крутота станции. Я супер-мега круто, очень сильно благодарен ребятам Jump Day Creators, которые выступили. Вы просто супер-крутые пацаны. Я лично считаю, что у вас должна быть аудитория многотысячная, и чтобы вы в туры могли, особенно если вместе ездить. Потому что вот они друг за другом выступали, и у Jump Day, например, у первых ребят, у них не такая прям тяжелая музыка, mm-hmm. поэтому они вот настраивают тебя, и вот этими своими припевами красивыми, они еще и кавера делают разные, станции, почекайте. Вот, они разогревают, а Creators, например, залетают в тяжесть, короче, и это вообще супер-мега круто просто, когда тебя припевами красивыми все, ты такой, ва-я, вот же. Ну, то есть, это было супер-шоу станция, я кайфанул каждую минуту просто, когда с вами там находился. Вот. Ништяк, цените, пожалуйста, с кайфом слушайте группы, они очень классные. Так что все ссылочки, пожалуйста, в описании, залетайте. Вот, и напоследок мы Yamaji Fage слушаем с кайфом. Я сейчас посмотрю, что там по свету. Тем временем станция вечерела. Очень крутые карбизы. Ты слышал один? Минимум слов, минимум стресса. Тачки пресс, классик дресс. Минимум гэнгста, минимум лав. Минимум бэкста. Я, Yama Fage, number 9. Минимум гэнгста. Бум-бум, дэнг-дэнг. Слоу-мо, лоу-би, чинг-чинг. Бэк-клэп, наш флоу, наш бит. Нет, это не шум сигнализации. Бандов минимум, минимализация. И биточек такой. Да. Классика все дела. This beat, мы на repeat. Везде, this beat, в Уфе валит. И мне все good, и кэш, и фуд. Ко мне все прут, они не лгут. Не дайте бить, не дайте танц. Минимум moves, минимализация. Минимум бит, минимум кац. Минимум moves, минимализация. И просто же, понимаешь, в чем самое крутое? То, что максимально просто, нету какого-то дикого флоу, быстрого там и все дела. Все так просто, качает все. Как минимум гэнгста. Минимум. Как минимум гэнгста. Это как минимум Yamaji и Fage. Как минимум на рэп-заводе. Спасибо, ребят. Как минимум, да. Yamaji Fage, как минимум вы на металкор станции. А? Как вам такое? Этого вы точно не ожидали. Кыргызы, братья, все обнялись. Спасибо вам большое за то, что вы делаете такую музыку. Это вообще супер-мега круто. Я вот еще раз говорю, то, что типа максимально просто, но качает. И как они это чувствуют, ты понимаешь, что... Что они чувствуют, они и есть этот бит. Они не просто на бит текст кладут, они и есть этот бит, это музыка просто проникает полностью через все. Станция, это вообще охренеть. Не знаю, я когда первый раз услышал, я это услышал недавно. И когда услышал, я думаю, ай, это что за стиль, что за просто... Это ж просто кайф. Поэтому это чисто вам моя рекомендация. Если не слышали, послушайте с кайфом, потому что это, как говорится, расширяет наш кругозор металкорный, чтобы мы не сидели все время, а металкор! Надо что-то другое слушать с кайфом. И тогда музыкальный вкус обрастает. Кошка, ты же живи, все нормально. Вот, а ты давно это слышала? Я слышала давно, но я даже слова успела заучить, хоть слушала недолго, но это такая вообще... Я просто самое последнее сжигание, короче, да, у меня, да. Но я, они ходили по я TikTok, тормоз, короче. Там, да, ну, а я вот этого всего не видел, вот. Я недавно увидел, думаю, да охренеть, что за пацаны крутые, и... Просто пушка. Станция, короче, вот такой вот выпуск у нас сегодня был. Кошка очень вкусная, красивая. Вот. Все, с кайфом. Проводим время, как обычно. Нас комары очень классно кусают. Это здорово. Вот. Желаем вам, чтобы вас не кусали комары. Подписывайтесь на ребят из ссылок в описании. Подписывайтесь на канал. Можно закинуть что-нибудь на Boosty, если кайф смотреть наш контент. Вот. Залетайте на Boosty, поддерживайте. Да. Ставьте лайки и пишите хорошие комменты про
сестра, потому что Аля любит хорошие комменты. Да, она любит... люблю вас, Станция, обожаю вас. Станция, ну и вы уже с ней все знакомы, поэтому пишите, как она вам смотрелась в кадре. Нормально? В темноте особенно. Супер-мега круто, да. Особенно сейчас, очень замечательно. Все, Станция, не прощаемся, еще увидимся здесь, на Металкор-станции, потому что Станция, она же... Вечно беспечная. Ну сами же знаете, что вы тоже... Правда, мы, наверное, не покажем, потому что уже не видно. А, вставишь видос. А, я забыл, точно. Подождите, Станция, секунду, держи тогда. Держи. Да. Кошка, ты чуть-чуть мешаешь, ты в курсе? Станция, короче. Ко мне маленькая. Маленькая. Это в завершении выпуска, потому что что-то я вообще забыл про это. Мне сестра дарит что-то на день рождения. Okay. Короче, она говорит, типа... А ну, подожди, я сейчас встану. Вы не представляете, как я жду уже, чтобы он это открыл. Я очень давно готовила этот подарок, очень долго над ним работала. Я просто уже дребежу. Но это еще не полноценный подарок, еще будет продолжение. Так, Станция, ничего не понятно. Это пробный такой заход. Что-то тебе есть, типа вот что-то подарить. А что это такое и почему именно вот сейчас ничего не понятно? Я говорю, пошли, короче, выпуск снимем и посмотрим, что там такое. Станция, если что, не в курсе, что там. Сейчас глянем. Ох, кто-то этой стороной. А что там? На другой стороне. Как-то странно. Да, вот так. А там аккуратно? Там аккуратно, ага. Я очень аккуратно. Мне помогали эту махинацию ноги делать, переворачивать. Чего? Станция, чего? Это арт, если что, на меня, на металкор-станцию. Охренеть, это я с Алисой, с гитарой, с бокалом со своим дебильным из Сальвадора. Ну и рожа у меня, конечно, оказывается, такая есть, Станция, я правда такой. Зацените просто, охренеть, это что? Это что такое? Это чисто нарисованный я? Да. Да ладно. На айпаде сидела, кропотливо рисовала. Где ты так рисовать-то научилась? А что значит, она должна быть больше? Ты говоришь, это типа пробное начало? Ну да, я хочу на холсте дальше отпечатать прям большой метром. Охренеть. Даже больше. Это такой пробный. Это так мило. Это так мило, господи, боже мой. Это что такое? Это что за подарок? Наконец-то. Станция, вот такие вот подарки, пожалуйста. Очень вот так вот круто, очень красиво. Это я, если что. Я блогер, я на Ютубе. Вот, и у меня канал Виталкор Станция. Я крутой. Ни хрена себе. И куда мне это ставить? Я же все время куда-то езжу. Ну, блин.